другую Россию. Выплела ловко и создала Елену. И прихватила отчеты примерить на глаз. Деньги взяла и часы, и еще все можно. Об уголовной ответственности его показания не могут быть отличны от доказательств.
ничего, кроме того, что вспомнили в нашей правдивой программе интерстанции группы «Кокуха». И будем надеяться, что при начале программы «Чтобы отправить интерстанции», каждый будет отдавать себе отчет в ответственности за старт. Во время подготовки к этой программе мне попалось на глаза определение правды из философского словаря. И я не мог не поделиться с вами о всяческом правде. Народные и философские культуры узловое синтетическое понятие, отвечающее абсолютную истину, дополнительно фундируемую предельной персональной убежденностью в ее основе. Правда, в русской языческой традиции выступает синонимом слов «закон», «справедливость», «правосудие», «обет», «обещание», «присяга», «правила», «заповедь». Звучит сюда, но по сути очень много объясняющих определений, как для всей русской истории, так и для жизни, как для человека, нашей страны материальной. А то, что понятие «закон»